Мальчики, парни, мужчины, вопрос у меня к вам такой. А реально вам нравятся вот эти вот губы накачанные, ресницы опахала? Или это все-таки девочки для себя делают, а вы уже как бы смирились, скажем так? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Отвечу как великолепнейший представитель мужчины. А как вы думали, чаечки? Да. Если они подкачаны в меру, ну так вот, ну не слишком прям вычурно, да, как бы, вот честно, вот кроме похоти ничего не вызывает. Просто взять свой великолепнейший посох и постучать по ним, да, вот в процессе минета, я извиняюсь. Да, вот я такой откровенный человек, ну что поделать, да, вот, буду говорить прямо и открыто. Вот только так, да, поводить по этот, поелозить и по ним, как бы, да, вот, ребята, ну не больше, все. Никакой эстетики, никакой там, не знаю, красоты в этом нету абсолютно никакой, вообще. Тупое какое-то такое, звериное какое-то такая, похоть какая-то. Все, удовлетворил ее, все, короче, кайф получил, все, пошел заниматься своими делами, все. Не общаться с ней, ничего не хочется вообще. Это, вот я говорю правду, вот, вообще, как бы, не с целью там обидеть, как-то там оскорбить, вообще. Просто то, что у меня вызывает эти губы. Ну вот и все. Свое мнение пишите в комментариях.